По традиции ритм праздничному шествию задает оркестр Канского морского кадетского корпуса. За ним движутся колонны, каждый участник которых должен запомнить траекторию своего движения. К тому же это единственная репетиция на площади. Остальные в усеченном формате будут проводиться у городского дома культуры. Принимаю участие в подготовке. Все равно видишь, насколько ответственно начинают подходить к этому. Это раз. И во-вторых, видишь, как человек начинает по-другому немножко переосмысливать все вот эти события, что 9 мая – это не просто пустой звук. В Канске тематика 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – память поколений, которой будут посвящены театрализованные выступления. Мы должны помнить, мы должны чтить память тех, кто сражался за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. В шествии будет участвовать порядка 23 колонн. Завершит все наше большое шествие «Бессмертный полк». Почему именно в конце «Бессмертный полк»? Ну, наверное, потому что он самый массовый, во-первых. Во-вторых, это память. Сбор «Бессмертного полка» в этом году состоится в 9:30 у цветочного магазина на перекрестке Московской и Пролетарской. Праздничное шествие начнется в 10 часов. В 10:45 состоится митинг у Мемориала Победы. В 11:30 стартует легкоатлетическая эстафета, а в 12:30 состоится концерт на площади Коростелева. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.